польскае тэлебачанне прадстаўляе фільм серыі «Казкі з-за акна». Кто развитывается с ложком и спешается уставать? Мы твары, кручки, ножки, и новый день бежит светать. Это Микки Моль. Микки Моль, Микки Моль, Микки Моль, Микки Моль. Микки Моль, найлепший моль, всех летутенников король. Бо частяком так здарается, что Микки Моль перетворается у жонглера? Не, у актера не, у казочника. Витаю вас, дорогие сябры. Светлику, будь Светлячок, будь ласкавы, нали нам горбатки. Смачно есть, мурашины Лео. А я покуль подрыхтую до новой оповести «Мое чароўнае акенца». Книжные моли, вы готовы? Судовно! Тады можем починать. Казки за окна. Неразлучная пара. Увага, крутый поворот. Мышик, ты где? Тут. Ратуй. Тримайся, бягу. На допомогу. Дякую тебе, великий, ты мне допомог. Но мы ж сябры. Ведаешь, мышек, я поеду на луг. Напэўна, бальзамін ужо саспеў. У мяне вялікае жаданне паглядзець на яго праз лопу. Цудоўна. А я пагляджу матыльковы кут. Зловил. Что это за жарт? Я не дозволю. Дозвольте, шановный, я думал. Ого, осторожно с моим ухом. Як же мне болеть? Ось-ось, все заблухи. Нехай она только вернется. А, разумею. Блыхи вельми кусачие. Мышку подалося, что перед вачима ён побачил жахливую правду. Мое ухо. Не турбуйтеся. Кажи кучней. Мое правое ухо чомусти заложенное. Я вынайду некий способ супрать этой невыносной блышки. Сумнеюся. И так доведется отменить вечеровый выступ. Ми-ми-ми. Я придумал. Треба блыху посыпать порошком. У яе засвербить у носи и обчих. Я ведаю, что робить. Я зараз вернуся. Что он сказал? Бальзамин, який у яго пах. Зярняты выскокуюць, як блышкі. Но-но, только без таких параўнанняў. Спадарня блыха. А чому вы плачете? Это все за тае пачвары. За кого? За собаки. А, теперь я зразумел. Ну так, собака и блыха. Ха-ха. Ясная справа. Знікненне маёй віяланчэлі, гэта ягоная цёмная справа.
Куда так ён не чуе, што яму кажуць? Між намі ўсё скончана. Я прыдумаў. Трэба сабаку надзець моцны намызнік. Пачакайце тут, я гэта ўладжу. О, гэта спадар багоўка, напэўна, сёння намалюе шэдаўр. Галоўная добрая кампазіцыя. Дарогі! У мяне ёсць парашок. Асцярожна, кротик. О, не. Не. Гэта называецца лобавае сутыкненне. Найшоў дасканалы намызнік. Мам, дасканалы. А я дасканалы парашок. Да пабачэння. Зразумела, спадар багоўка выбачаўся перад хлопцамі, абяцаў ніколі больш не ставіць патэль на павароце. Ну, я паварочваю на луг. Туды. А я туды. А навошта табе гэта парашок са старога патэлю? Гэта для чхання. Я дапамагаю некаму, на каго напала страшэнна кусачая бестыя. А на што табе гэтая спружына, га? Моцны намызнік на страшэнную пачвару. А ці не бедного собачку ты называешь пачварой? А ты хіба не маленькую блышку назвал бестыей? А хвось ты как? А вунь той кротик. А вось там мышык. Это ён хацеў пасыпаць пякучым парашком маю сяброўку блыху. А гэты другі хацеў зрабіць намызнік на майго дарагога сабаку. Амуральна. Дык вы сябры? А не горш? Мы... Старыя сябры. И завжди ими будем. Что ты сказала, дорогая? Ага. Ну так, знов ты не слухаешь, коли я кажу нечто важное. Ага. Не нервуй меня. Не стукай своими бочками на шпильках, бо спочатку поколола мне в ухо, теперь нос. Видишь, что мои бочики вельми модные, я без них не могу выступать на концерте. Концерт? Так, по телебачанні. Ну, тады я выступлю один. Отдай мою виолончель. Thank you.
Ой, моя віолончель знайшлася. А я і до мене вернувся слух. Значить, концерт уртаваний. Концерт уртаваний. Так, 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 так. І не тільки концерт. Кротику і мишку вдалося вирятувати власне сябровство. Непорозуміння поміж старими сябрами здараються. Але, здається, концерт починається. Запрошаю.